17 часов местное время. Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте и коротко о главном. Чтобы помощь стала доступнее, необходим новый документ. Вынужден воспользоваться официальной площадкой правительства посредством принятия социального кодекса. Усиление социальных гарантий – одна из важных тем сегодняшнего заседания правительства. Димитровград погряз в кредитах, денег не хватает на самое насущное. В городе Ульяновске, в частности, например, да, детей из многодетных семей кормят бесплатно, а в городе Димитровграде нет. Глава региона поручил создать межведомственную рабочую группу для изучения ситуации в городе Атомщиков. До и после разница существенная и парадоксальная. Отремонтировали. Отвратительное. Не прокрашенное, не побеленное. И все в запущенном состоянии. О том, что о вкусах спорят, расскажет Павел Игнатьев. Итак, реализация послания президента, усиление социальных гарантий и справедливый рынок труда. Большой блок вопросов сегодня рассмотрели на заседании правительства Ульяновской области. Началось оно с оперативного доклада министра здравоохранения региона по эпидемии китайского коронавируса. По словам Сергея Панченко, случаев заражения новым вирусом в области нет. Однако туроператорам поручено разработать меры по ограждению региона от инфекции. Продолжительность заседания рассмотрением большого блока социальных вопросов. Так, по словам Сергея Морозова, область нуждается в переосмыслении всей системы поддержки людей и систематизации имеющихся региональных документов. Действующий такой вот массив создает на сегодняшний день уже проблемы, причем как получателям помощи, в общем-то, так и самим органам власти. И эта проблема может быть решена, я об этом уже говорил, еще раз вынужден воспользоваться официальной площадкой правительства посредством принятия социального кодекса. Новый документ должен объединить множество правовых актов и закрепить базовые понятия нуждаемости и малоимущности. Из него же жители смогут узнать о всех доступных мерах социальной поддержки. К единому стандарту привели и работу семейных консультантов. Все это позволит нам, первое, активизировать работу всех исполнительных органов власти и органов местного самоуправления в работе с семьей по повышению качества жизни, исключить разночтения в подходах по решению задачи вывода семьи и трудной жизненной ситуации, ну и, думаю, что немаловажное, проводить оценку результативности. Изменения в сторону большей справедливости ждет и рынок труда через пересмотр системы взаимодействия правительства с отраслевыми профсоюзами, а также через создание Дома защиты прав и свобод человека. Неожиданно сегодня на заседании регионального правительства всплыла тема Димитровграда. Эмоциональное выступление, как всегда, сделал депутат законодательного собрания Матвей Володарский. Он просил направить в город Атомщиков специальную комиссию. По мнению парламентария, власти Димитровграда ведут неэффективную финансовую политику. Ежемесячно город берет кредиты. В октябре 40 миллионов рублей, в ноябре 38 миллионов и в январе почти 68 миллионов рублей. При этом различные организации имеют дебиторскую задолженность перед бюджетом в 1 миллиард 216 миллионов рублей. Они вообще, как бы, да, с должниками вообще работу не ведут. А зачем работать, когда можно просто залезать дальше в кредиты, загонять город кредитную в кабалу. Вместе с тем критиковать власть, которая там есть. Я в целом, как бы, да, за справедливость, которая сегодня есть. Да, мы критикуем, как бы, город Ульяновский, справедливо критикуем, но сегодня в городе Ульяновске, в частности, например, да, детей из многодетных семей кормят бесплатно, а в городе Димитровграде нет. То есть получается, плохая «Единая Россия» кормит детей бесплатно здесь, в Ульяновске, а хорошая, как бы, да, ленинская партия, да, которая к Ленину вообще никакого отношения не имеет. Потому что сегодня я их не называю коммунистами, коллеги, вам предлагаю не называть их коммунистами, потому что ничего они к коммунистам отношения вообще не имеют. Коммунистами были наши отцы и деды, которые выиграли войну, прошли, как бы, да, восстановили страну. Это просто оппортунисты, зюгановцы, отщепенцы, которые просто на протестные, как бы, да, тематики зарабатывают, как бы, да, себе деньги.
Здесь следует пояснить, что большинство депутатов в городской думе Димитровграда представляет КПРФ. В исполнительной власти на ключевых постах также коммунисты. Именно политические разборки, как считает Володарский, и не позволяют димитровградской элите заняться хозяйственными и экономическими вопросами. В качестве примера приводят тарифы на услуги ЖКХ. Одна гигакалория тепла в Ульяновске населению обходится в 1773 рубля, а в Димитровграде стоит 2220 рублей. Поэтому депутат ЗСО и предложил сформировать комиссию, в которую обязательно должны войти специалисты Министерства финансов. Задача – помочь Димитровграду выбраться из долговой ямы. Беспокойство за город – это надо признать. Это правильно. Это правильно. Ситуация становится все более и более удручающей. Во всем. Губернатор поручил создать межведомственную рабочую группу, которая изучит ситуацию в Димитровграде, а затем сделает доклад на заседании законодательного собрания. Когда до, значительно лучше, чем после. Жильцы 27-го дома на Московском шоссе ощутили всю прелесть ремонта. Изменений ждали долго, но от нового вида своих подъездов взялись за голову. Почему ожидания разошлись с реальностью, разбирался Павел Игнатьев. Дому почти 70, капитального ремонта никогда не было. Некогда уютная сталинка тихо разрушается на городских задворках. К своему скромному жилищу люди относятся по-разному. Одни по-свойски жалеют, другие восхищаются стойкостью. С 53-го года ящик. Людям дали понять, что капремонта раньше, чем через 10 лет, не будет. За неимением лучшего управляющие компанию просили обновить хотя бы подъезды. Но убеждать пришлось через суды. Процесс выиграли жильцы. ГУБЗы Свияжского района обязали побелить потолки и покрасить стены. За работу принялись усердно. Действовали по простому правилу «и так сойдет». Пострадали окна, лестницы и эстетические вкусы местных жителей. Отремонтировали. Отвратительно. Не прокрашено, не побелено, и все в запущенном состоянии. В управляющей компании считают, что жильцы сгущают краски. Решение суда исполнено, а что до эстетики, то красота – понятие субъективное. Всем не угодишь, и вообще от них слишком многого хотят. Жители просят заменить окна, поставить двери, ящики почтовые, провода провайдерские, кабель-каналы. Но этого нет в судебном акте. Жильцы говорят, что запросы были гораздо скромнее. Аккуратный косметический ремонт, не более. Как это часто бывает, желания людей разошлись с возможностями управляющей компании. Она без пяти минут банкрот. Если это подтвердится в суде, исполнительные листы направят конкурсному управляющему. Но возьмется ли новая организация за исправление чужих ошибок – большой вопрос. Павел Игнатьев, Татьяна Дудина, Дамир Губеев. Вести, Ульяновск. Детей войны в Ульяновской области станет больше. Теперь в эту категорию дополнительно войдут люди, родившиеся с 1927 года по 1932. В регионе вступил в силу соответствующий закон. Специалисты заканчивают прием документов для оформления удостоверения. Прием ведут до 1 февраля. Для получения льгот с 1 января 2020 года прошу родственников данной категории граждан, самих граждан по возможности, с паспортом и одной фотографией размером 3 на 4 обратиться в многофункциональный центр, либо в учреждение социальной защиты по месту жительства. Сейчас в Ульяновске проживает более 33 тысяч детей войны. На меры поддержки ветеранов в этом году предусмотрели более 6 миллионов рублей. Ко дню Великой Победы детям войны планируют предоставить дополнительные выплаты из областной казны. Все подробности можно узнать у специалистов многофункциональных центров в каждом районе города, а также по единому специальному телефону. Последний год-полтора егеря Меликесского района собирают странные и даже опасные урожаи в своих лесах. Шипы в виде ножей или ежей. Страдают все, и люди, и звери. Как оказалось, шипы – лишь отголосок войны, которая ведется в тех лесах уже не первый год. Идет она между госструктурой и общественной организацией, а по сути частными лицами за право пользования лесными угодьями в Меликесском районе. Здесь как есть так называемый летний вариант шипов, этот вариант уже зимний. Как видите, подкрашенный для того, чтобы не отличался от снега. Если внимательно посмотреть на эти изделия, назовем их так, то даже невооруженным взглядом видно, что они изготовлены заводским способом.
И это не все, что было найдено в лесу за последние полтора года. Большая часть коллекции находится в полиции. Но пока ничего не изменилось на прифронтовой полосе. Она проходит по границе одного из участков Меликесского егерства рядом с Муловкой. Там, как правило, на шипы напарываются. И не только егеря, когда везут зерно на кормушке животным. Шипы дырявят и колеса лесников, и тех, кто ведет лесозаготовку. Вот такими плакатами уже увешан весь лес. Вывозка древесины возить очень тяжело становится, потому что пробиваются колеса постоянно. Это на легковое одно колесо может быть, а манипулятор у него и прицеп. Могут и 4, и 5 колес пробиться, пробиваются сразу бывает. Писали жители района исполнительной власти и по поводу других нарушений, связанных с данным участком леса. Там еще с советских времен стоит охотничья база. Но ее новые хозяева окружили строение забором и перекрыли единственную дорогу, ведущую к заливу Черемшана. Кругом чащоба, по-другому к реке не подойти и тем более не проехать. Официальные лица провели проверку по обращению. Да, действительно, были выявлены факты нарушения законодательства, в частности, водного кодекса и градостроительного кодекса. А именно был ограничен доступ к береговой полосе Куйбышевского водохранилища. И вот здесь начинают складываться пазлы происходящего в районе за последнее время. Доступ к береговой линии, оградив территорию, ограничила общественная организация «Родимый край». Несколько лет назад она подписала соглашение с областным обществом охотников и рыболов о совместном ведении охотхозяйства. Однако из-за многочисленных нарушений со стороны края оно было расторгнуто в октябре 2018 года. В основном это препятствование охоте на данном участке. Вот один из эпизодов, где представители этой общественной организации повели себя как единоличные собственники, а не совместно пользователи. Во время производства охоты приехали председатель коллектива «Родимый край» вместе с еще с одним его членом. И попросту стали угрожать как охотникам, так и производственным охотничьим инспекторам при производстве охоты, физической расправы. Требовали немедленно прекратить охоту, покинуть лес. И они не успокоились до тех пор, пока мы были вынуждены вызвать сотрудников полиции. Значит, люди в открытую говорят о том, что у них достаточно денег для того, чтобы купить любое решение суда, козыряют там именами и должностями. Пока шла съемка этого материала, нас по собственной инициативе сопровождал в недавнем прошлом егерь того самого участка Сергей Филиппов. Его кандидатуру тогда предложило руководство общества «Родимый край». Бывшие коллеги Филиппова считают, что к шипам и не только он лично приложил руку. Но бывший егерь утверждает, шипы ставят сами охотничьи инспекторы. Это они ставят, чтобы я за ними не ездил. Они сами объедут, а я-то их не знаю. Меня за два года никто не видел, никто не поймал, но зато все рассказывают, что это я делал нехорошие такие дела. Так, а вышку поджег, не помнишь, когда выезжал с вышки, поймали? Кто меня поймал? Вон два егеря стоят. Ну, кто меня поймал? А пока егеря Меликесского охотхозяйства выезжают в лес с металлоискателем. На сегодня это единственный способ для них защититься от шипов. От них, к слову, страдают и охотники. Писали участковому заявление, но было отказано нам, как бы, ну, якобы нет состава преступления. Мы же не видели, кто конкретно, допустим, хотя мы знаем, что это вот этот человек делает. Ему и говоришь вот это, ты зачем это делаешь? Я сижу на зарплате, вот его все слова. Кстати, пока материал готовился к эфиру, стало известно, что по всем фактам умышленного уничтожения имущества местной полиции возбуждено уголовное дело. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Меликесского района. Подробную версию этого конфликта смотрите в специальном репортаже сегодня в 21:00 на канале «Россия-24». А во Дворце книги открылась международная российско-итальянская выставка. Ее организаторы – Императорское православное палестинское общество, Симбирское региональное отделение. Этот проект создан в рамках Года памяти и славы. В выставке участвуют работы детей от 7 до 17 лет из северо-западной части Италии, потомков участников движения сопротивления, а также ребята из городов Ульяновской области. В экспозиции представлено около 70 работ. Мама искала информацию про прадедушку, и мы наткнулись, что один из его товарищей был в молодой гвардии. Ну, тогда я решила прочитать в книгу и очень вдохновилась этим произведением. Я изобразила момент перед ужасной гибелью молодых героев. Ангел олицетворяет победу.
Во время открытия выставки состоялась также презентация книги о герое Советского Союза Федоре Андрияновиче Полетаеве, погибшем в бою за освобождение Италии от фашизма 2 февраля 1945 года, а также о нашем земляке, советском после в Италии на рубеже 50-60-х годов Семене Павловиче Козыреве. Благодаря российскому дипломату о подвиге Полетаева стало известно и на его родине. Федор Андриянович был посмертно удостоен золотой медали за воинскую доблесть в Италии и похоронен на кладбище в Генуе. Полетаев – единственный советский воин, который удостоен высшими военными наградами двух стран. Настолько окружав партизан, бывших с ним в бою, на глазах которых он единственный погиб в этом бою, их поразила его смерть, когда он бросился к фашистам с криком «Сдавайтесь!». А у них не было достаточно оружия, чтобы они могли противостоять большому отряду. Совершенно неравный должен был быть бой. И Федор Полетаев крикнул с боем, выбежал с криком «Сдавайтесь!». И тут началась, в общем-то, такая неразбериха, и в результате партизаны победили. Вот этот тезис «Великая победа, наследники и наследие» – это очень важная тема. И она должна касаться пройти через всю сердце и душу каждого из нас, тем, чтобы те жертвы, несчастливые жертвы, которые понес советский народ, все страны, которые когда-то входили в Советский Союз, эта трагедия прошла через каждую семью. Выставка «Встреча с победой» будет работать во Дворце книги в течение всего следующего месяца. Вход свободный. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Внимание выпускников! Управление ФСБ России по Ульяновской области осуществляет отбор граждан для поступления в следующие военно-учебные заведения ФСБ России. Академия ФСО России, Московский пограничный институт ФСБ России, Голицынский пограничный институт ФСБ России, Институт береговой охраны ФСБ России, город Анапа. Срок обучения 5 лет, по окончании обучения присваивается воинское звание лейтенант. За справками обращаться в Управление ФСБ России по Ульяновской области по адресу Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 20, телефон 427-127. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать, ожидается облачная погода. Ночью и утром осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, гололедные явления. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью и днем по области от минус 2 до плюс 2 градусов. В Ульяновске от 0 до минус 2. Завтра днем в Ульяновске от 0 до плюс 2. На дорогах гололедица.